13 марта в Новочебоксарске состоялось торжественное награждение победителей и номинантов городских конкурсов. Лучший предприниматель города Новочебоксарска 2017 года и новогодние огни Новочебоксарска. Награждали победителей заместитель главы администрации Новочебоксарска по экономике и финансам Ольга Григорьева, начальник отдела экономического развития и торговли администрации города Розалия Елфимова и заведующий сектором потребительского рынка и предпринимательства администрации Новочебоксарска Татьяна Вагулина. Все участники конкурсов были отмечены благодарностями, а номинанты – дипломами.